на целое поколение молодых людей, которые искренне считают, что окна всегда были пластиковыми пакетами. Но ведь так было не всегда. Я помню, в детстве мама осенью заклеивала окна, потому что если это не сделать осенью, то в феврале будет очень и очень неприятно. Спасибо вам за то, что вы поддержали и так замечательно поете. Спасибо. Слушайте, я когда сказал про записки, я сказал просто так. А вы так все буквально понимаете? Слушайте, а подождите, а письма, посылки, деньги, стесняюсь сказать. Игорь, люблю ваше творчество, спасибо вам большое. Спойте билет на балет. Спою обязательно, я все спою сегодня. Мне так нравится, когда вы пишете, люблю ваше творчество. Нет, просто есть на свете люди, такие, как я, если меня похвалить, у меня сразу вырастают крылья. Мне сразу хочется бежать, творить, что-то делать. Потому что есть другие люди, например, как мой сын, которого, если не поругать, он ничего делать не будет. Добрый вечер, о ком песня, мой друг от меня ушел. Можно ли ее исполнить? Спасибо. Я попробую, конечно. Я запомнил, мой друг от меня ушел. Я ее просто не пел лет 20, может быть, даже больше. Я попробую. Вообще, о ком эта песня? На самом деле, ни о ком. Было такое настроение, родилась такая песня. Но так получилось, что буквально через несколько месяцев, после того, как эта песня появилась, случилась беда большая с Игорем Дальковым. Кстати сказать, у нас в Петербурге, тогда еще в Ленинграде. Потом, буквально через несколько лет, ушел из жизни Виктор Резников. Замечательный композитор, с которым когда-то мы соперничали в программе «Музыкальный ринг», но на самом деле я никогда в своей жизни не ощущал его как соперника, потому что я всегда очень любил то, что делает. Он замечательный композитор. Мне вообще кажется, что он лучший. Так, у меня такое впечатление, что тут пришли настоящие поклонники, которые знают мои песни лучше, чем их помню я сам. Потому что такая редкостная песня, как «Дождь, песня зимы», это удивительно. Я попробую, конечно. Я запоминаю все это, я попробую. Спасибо за ваше творчество. Очень прошу передать со сцены моей жене Ольге. Прости меня, ты моя единственная, Павел. Передаю, Ольга. Прости меня, ты моя единственная. У меня, раз вы так хорошо знаете мои песни, у меня тогда вот такой вопрос к вам, что называется, на засыпку. Скажите, а в зале есть люди, которые умеют танцевать рок-н-ролл? Да. Тогда я вашему вниманию хочу предложить веселую песенку, кстати сказать, во многом автобиографичную. В ней рассказывается про одного музыканта, который, прежде чем выйти на сцену, за кулисами выпил малость лишнего. О том, что с ним произошло дальше, вы узнаете сами, потому что песенка исполняется на русском языке. Саксофон! Саксофон! И себя самого.
крестьянской хлопам и со сцены едва не упал прямо в зал, но концерт до конца поиграл. Мы сыграем час, мы покажем вас, лучше этой музыки, музыки, музыки нет ничего. Мы сыграем час, мы покажем вас, и откроем заново, заново мир и себя самого, и себя самого. Девчонки, активнее, активнее! Девочки, а вы умеете вот так, смотрите? Музыкант мой сосед, может быть, джазом он до сих пор увлечен, может быть, продал он саксофон. Мы сыграем джаз, мы покажем